Доброго дня, друзья. Этот ролик опять начинаю с вопроса. Глядя на вот эту цепь, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь хочет примерить ее себе на шею в 30-градусный мороз? Что это? Жестокость? Или просто человеческая тупость? Равнодушие, доходящее до беспредела? Что это? И как можно назвать этих людей? Мне случайно бросили ссылку ВКонтакте и показали, где возле забора, в заваленной снегом будке, в которую сквозь сугроб идет вниз лаз, сидит на метровой цепи старичок, истощенный. Это мы думали вначале, что старичок. Оказалось, что ему всего 4 года. Посмотрите на него внимательно, ребят. И когда я приехала и просто спросила у вышедших оттуда якобы хозяев: люди, а у вас сердце есть? Они на меня посмотрели как на ненормальную и спросили: а в чем дело, все нормально? То есть вот эта раскаленная морозом цепь на шее, на голой шее собаки, у которой даже нет подшерстка, для них это нормально. Друзья, только что пришла, создали тему о том, что собака сидит как скелет в заваленной будке, там вода, на метровой цепи, непонятно где. Это поворот на Капусту, первый дом. Вот, адреса здесь нет. Но в любом случае надо вызывать милицию, потому что вышло трое каких-то двух мужиков и подселяют, что это нормальное состояние для собаки. То есть торчат ребра, попа, для них это нормальное состояние. Ребят, будка у собаки погружена в снег полностью, все утоптано, еды, воды нет. Собака в тяжелом состоянии, кроме всего, ребята, вместо ошейника у собаки жуткая толстая цепь на шее, которая растерла уже ей шею. Сейчас мы вызываем МЧС и милицию, ребята, и едем в прокуратуру. Я вызываю прокуратуру, ребята, потому что в таком состоянии животное. Я директор приюта. Я вызываю прокуратуру. Статья 245 работает. Я вас посажу на 3 года. Я вам это обещаю, ребята. Какая часть? Ведь не ори. Собаку отдали добровольно вместе с цепью. Пес, конечно, жутко истощен. А еще очень сильно хочет пить. Сейчас приедем в приют, снимем с него эту цепь. У нас просто с собой нет ничего. Он очень сильно хочет пить. Мы остановились возле лужи, и он пьет уже минут 5. Рана на лапе. Так. Здесь стерто, слава богу, не до крови, ребята. Но уже на грани. Ушко порванное, да. Ушко порванное у него. Да, и раны, видишь? Да, и здесь покусаны. Ну, короче, его кусали. Скажите, как можно нас, людей, после этого называть божьими творениями? Да мы не божьи творения, ребят. Мы все больше превращаемся в какие-то адовые существа. Бездушные, холодные, жестокие. Вообще не чувствующие ни капли сострадания и милосердия к тем, кто рядом с нами. Ребята, я готова была за эту собаку биться до конца. Правда, у этих хватило ума просто отдать собаку. Открутить цепь от этой трубы, кинуть мне эту цепь под забором и сказать: тяните. Ребята, я вытащила собаку под забором, под калиткой, ползком. Худющий, страшный, блохастый. А имя у него, ребята, крутое. Целый Тузик. Судить вам, ребят. Но я рада, что я забрала мальчика. И сейчас его зовут Таймыр. И он сейчас у нас в бытовке отогревается, кушает, машет хвостом. Когда мы, привезя ребенка в приют, сняли цепь, бросили ее на снег, воцарилась тишина. Мы просто стояли, смотрели и не знали, что сказать. А потом, честно вам скажу, я выругалась матом. Перед вами, ребята, Таймыр. Ему 4 года. 4 года бедный пес сидел вот в таких условиях.
Я в очередной раз просто настолько дико возмущена. Вспомните, полгода назад мы точно так же поехали и снимали с цепи другую собаку, у которой эта же цепь, такая же, слоновья, вросла в шею. То же самое ожидала и этого мальчика. Надеюсь, вы с нами. Всем вам доброго здоровья. А на пасашок, ребят, посмотрите, как счастлива мама с ребенком. Они выжили. Они еще худенькие ребята. Но после такого страшного отравления они поправляться будут, конечно, медленно. Но мы перевели их в новый вольерчик, в теплую бытовку с выгулом на улицу. И мама с ребенком вместе. И сейчас, друзья, мы ищем им семью, но пристраивать я их буду только вместе в один дом. Спасибо всем, друзья. Огромное-огромное вам всем спасибо. Всем, кто отозвался и помогал, и сострадал, и вместе с нами переживал и болел душой. Спасибо, мои хорошие, за то, что вы с нами. И еще, друзья, начало месяца. Оно, как всегда, очень страшное для нас. Корм, ребята, я прошу вашей помощи. Друзья, обращаюсь ко всем, кто смотрит наш ролик. Пожалуйста, переведите 100 рублей. Для семьи это небольшие деньги. Но нас так много, ребята, столько подписчиков, почти 40 тысяч. И если каждый переведет по 100 рублей, ребята, мы выживем. Без крика, без надрыва. Пожалуйста, спросите себя, можете ли вы пожертвовать приюту 100 рублей? И надеюсь, Бог вам даст, вернет в 100 раз больше. Да не оскудеет рука дающего, друзья. Люди хорошие, добрые, милосердные, сострадательные к чужой боли и к чужому образу жизни. Я прошу вас, мои хорошие. Да не оскудеет рука дающего. Помогите приюту, и пусть ваша доброта вернется к вам. Я благодарю вас от всей лохматой души за каждый рубль, что вы переводите нам в помощь. Храни вас Бог.